Приготовлять всего он перестал, но после дней костюм достал, помылся с вылом, причесался, пошел на травке повалялся, чтобы пахло от него травой, а не волчачьей какой. Купил цветы, нанял такси, чтобы подругу привезти. Приехал, его уже там ждут, и сверток бережно несут. Цветы он не Анечке отдал, а сверток нежно-нежно взял. Потом он снова сел в такси и ехать тихо попросил. В машине мучает вопрос, узнать бы, на кого похож. Чуть-чуть простынку приоткрыл, от удивления пасть раскрыл, от злости ёкнуло в груди. Ну, блин, заяц, скотч, погоди. Ну, заяц, сволочь, погоди. Ура, браво. Сама придумала? Ну. Вообще красота. Это как это? Актуально. Папки новогодние, я посмотрю, нашел. Доброта артиста должна быть откровенной. Нет? Ну давайте пока следующий номер повыше. Ну а вы пока, пожалуйста, к нему принесите кто-то. Так, следующий номер что? Да, вот. Он даже не записал меня. Записал, записал. На камеру записали. На камеру записали. Миш, ты должен на камеру здесь записали. Или ты уже... Не поняла. На камеру записали. Нет. А. Списка. А. Сволочь. Убили Кенни. Я отпускают кого-то. У нас не отпускают, нам гитару не забирают. Да погуди ты! Потом подарю тебя. Дай посмотрю хоть. Ты глянь, что это такое? Журнал для стильных женщин. Для меня. Хоть посмотрю на гламурную жизнь. Маша Малиновская похудела на 10 килограммов. Поди губы отвалились. Леди Гага, глянь, да подебил-то. Кто такая Гага? Поди гусей посел. А ногти-то по 5 сантиметров. Как она дует? Александр Рева хочет жениться на Собчак. Вот это правильно. Каждая порода должна быть в своей породе. Глянь, мужик какой чистый, трезвый, хоть на картинке посмотрю, как это бывает. Диана Арбина. Звукорок. Да не дам я тебе, что ты живу, что жрешь, а? Вот на юбилей мне подарили журнал, дорогущий. Так что она сделала с паролой и ноги? Плющенко. А Плющенко разве будет без ног? Он же фигурист. Зона декольте и зона бикини. Вот наш сосед, дядька Митяй, тоже сидел на зоне. Вот интересно, на какой? Сейчас в тусовке можно ходить, но можно носить на руках свою собачку. Да у меня ж полкан. 90 килограммов. Да не может только на горбу поставить. Стринги. 7 тысяч рублей. Слушай, если такой качок 7 тысяч рублей, то на баре зимы это миллионы. Ну что, мне
Попробуй наше новое средство. Лариса, ну что, он сказал записать. Сволочи говорит. Он говорит сволочи. Как бы. О, ночной лев. О, я дура. Надо было же его... надо было его на ночь. Ну ничего, я его вечером накушаю. Глянь, отбеливающая зубная паста. Да ничего она не отбеливает. Мамке своей купила отбеливающую зубную пасту. И все, что, когда же ее зубы так обелели, как были железные, так и есть. Глянь, обнаженного лучкового мотива лежит, голая, сверху песок насыпан. Наверное, муж старый, столько много натряс. Часто ли вы выходите в свет? Как свет дает, так выхожу. Чего в темноте-то ходите? Крем смягчающий для ног. А зачем ноги-то смягчать? Ноги должны быть крепкими. Как на мячик-то ходить? Так что ли? Чепуху какую-то пишут. Подари страницу, почувствуй запах новых духов. Да не пойду я к тебе, ты что жрёшь журнал, блин, сокровище. Зубная паста, 32 норма. У нас в деревне. И 7 норма, и 5 норма. И вообще, если нет, тоже норма. Знаешь ли ты средства от темных кругов под глазами? Знаю. Развод. Преуспеть в офисе и как понравиться боссу. Так, офис – это место, где я работаю. А босс – это тот, на кого я работаю. Значит, я работаю в свинарнике, это мой офис. А мой босс – это свинарник. Бойко. Называйте по имени и отчеству своего босса. Бойко Вронич, что ли? По вкусу ли вам ваш босс? Засолим, попробуем. Как соблазнить мужчину? Да погоди ты, я тебе потом расскажу, а то сожрешь журнал. Нанеси на запястье и заушами аромат, который ему нравится. Я самогон напьюсь, а заушами котлетки. Нежно поглаживай под столом его ножкой. Да я ж его запинаю. Старайся чаще попадаться у него на пути. Он работает на комбайне. И все, что ли? Нет, в сельской Удмуртии интересней. Там про все. Там и как сделать из пшенки... Господи. Шашлык и как инфаркт вылечить из капусты. Ну что, готовься, Зойка. Кушать подано. Наработаю. А, нет, сейчас. Чеки там. Там это прям, смотри, какой наряд. Ладомбровский. Да? А, точно. Точно представил. Пугачёва, да. Пугачёва поёт? Как быть-то? Где все сволочи? Ты уже его одна. Чеки там. Такие вот дела. Она взяла и мужа увела. И вот живет теперь с этой дурой крошкой. Две ручки ей.
мощную. Я знаю, что у нее, нее душа кошкина. А я хорошая, а там кошкина. А ты такая милая, что? Продолжение следует...
чтобы не было никому желания. Дорога.
Я за людям скучи, но
стреляем туда. Тадыщ. Все на месте сейчас стойте, пожалуйста. Мы шаг вперед и не расходитесь. Давайте сейчас продумаем. Маленькие детки должны быть впереди. Чуть выше сзади. Взрослые еще дальше. Вот сейчас давайте вот этот момент сделаем. Взрослые должны быть у нас... Первый раз мы сейчас все просто спели. Вот и все. Сейчас мы с вами выясним, кто на каком месте стоит. Не переживайте. Кто как выходит, да. Первый выходит всегда самый маленький. Их выводит Дарья. Хорошо? Самых маленьких, трех годовалых. Или, может быть, тогда по парах разделить. Маленькая, большая, чтобы они знали. Или, может быть, вообще... Трехгодовалых можно тогда прям вообще вперед. Все остальные, которые только не рядом с нами, а когда вы здесь вы выходите, вот сюда, еще шаг вперед. Так, нет, ты взрослая. Чего близко? Не знаю, что мы слышим. Ну, не выдергай. До полдесятого. Нет, потом мы стоим, а потом уже... Пошли домой. Нет, и на самой надежде, самый последний ряд тоже. Последний. Все сделали. Так, приходим первый, да? Пяти, прям последний разочек сейчас. Делайте шоу. Вот здесь. Мы должны первые выйти, потом пошли. Так. Нет, зачем первый, последний. Которые участвовали на протяжении всего концерта, слышите меня, это разбойники, это...